В Балхаше в учебно-авиационный центр по подготовке летного состава доставили два учебно-тренировочных самолета. Они прошли капитальный ремонт и модернизацию на авиамоторном заводе в Чехии. В процессе капитального ремонта и модернизации авиаремонтным заводом был выполнен полный комплекс работ. Произведена замена всей авионики и радиоэлектронного оборудования. В кабинах самолетов установлены многофункциональные индикаторы, мониторы с выводом цифровой пилотажно-навигационной системы самолета и авиационного двигателя. Проведенная модернизация значительно улучшила обучение летного состава воинских частей военно-воздушных сил Республики Казахстан и курсантов военного института сил воздушной обороны, техники пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, элементам боевого применения, связанным с перехватом воздушных целей визуально. После разгрузки доставленных самолетов на базе технической эксплуатационной части учебно-авиационного центра будет выполнена проверка работоспособности систем летательных аппаратов и организован облет самолетов экипажем авиаремонтного завода. В 2021-2022 годах специалистами учебно-авиационного центра уже приняты 8 самолетов Л-39. Тамирис Леугабылова, Данил Заславский, 5 канал.